Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Почти 75 миллионов рублей от продажи муниципального имущества намерена выручить в июле администрация города. В графике торгов числится 14 объектов недвижимости. На 25 июля запланировано проведение аукционов по 11 лотам, сообщают бизнес-новости в Кирове. Среди самых дорогих – открытый аукцион по продаже имущественного комплекса и земли на улице Базовой. Двухэтажные административные здание, 6 складов плюс земельный участок оценили почти в 16 миллионов. Также в списке два здания в переулке Крайнем. Стоимость лота превышает 9,5 миллионов. Здание школы и земельный участок в Чистых прудах на Советской, 33. Начальная стоимость этого лота более 11 миллионов рублей. На конец июля также назначены торги по продаже помещения на улице Володарского, Лепси, Красноармейской и ряда других. Информация обо всех объектах опубликована на официальном сайте горадминистрации admkirov.ru. Дайджест недвижимости. Рост платежей на аренду складских помещений зафиксировали на кировском рынке коммерческой недвижимости. В июне он составил более 17%, отмечает аналитический портал Рейкиров.ру. Средневзвешенная ставка в этом сегменте поднялась до 270 рублей за метр. Также в июне подорожала аренда офисных помещений до 400 рублей за квадрат. Торговые помещения подросли незначительно, примерно на 3,5%. А вот аренда производственных помещений, напротив, стала доступна. Снижение составило 18%. В среднем по Кирову ставка упала со 163 до 133 рублей за квадрат. Дайджест недвижимости. В России начали массово закрываться риэлторские агентства. За прошлый год в стране исчезли более 4000 фирм, работавших на рынке недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на экспертов отрасли. По данным издания, в 2015 году ситуация была более благополучной. С рынка ушли около 1900 компаний этого профиля. Одновременно в России замедлился темп регистрации новых риэлторских агентств. Если в 2014 году во всех регионах страны суммарно открылось 4159 таких фирм, то к 2016 году число новых компаний в этой отрасли уменьшилось до 3165. Эксперты называют зафиксированную динамику следствием кризиса 2014 года. Он повлек за собой падение спроса и активный рост предложения. В результате возникла ситуация высокой конкуренции, пережить которую смогли не все профильные агентства, поясняет РБК. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.